В Ульяновске состоялся съезд профсоюзных организаций, в рамках которого обсудили вопросы социально-экономического развития региона. В ходе встречи профсоюзные активисты отметили высокий уровень социального партнерства в регионе. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Сергей Морозов обратился к присутствующим с приветственным словом. Мы очень активно реализуем экономическую и социальную повестку дня, постоянно ее корректируем в зависимости от тех вызовов, которые звучат, в зависимости от тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, в зависимости от тех преобразований, которые происходят в мире. Большое внимание в регионе уделяется мероприятиям, направленным на охрану здоровья трудящихся. На оздоровление работников членов профсоюзов в этом году из средств областного бюджета было направлено 10 миллионов рублей. Льготная программа санаторно-курортного лечения предусматривает 30% скидку на отдых и лечение в 9 местных санаториях. Ульяновская область стала первым регионом, где действуют сразу две уникальные программы оздоровления профактива, одна из которых инициирована Федерацией профсоюзов области, а другая – региональным правительством. Я благодарен, что 10 миллионов рублей за счет бюджета Ульяновской области в 2016 году выделено оздоровление члена профсоюза, который имеет стаж в профсоюзе более 3 лет. И эта программа затронет более 1000 членов профсоюза, которые получат оздоровление именно по этой программе. Есть еще две другие программы, которые достаточно эффективны. Они работают на территории области, но они связаны с тем, что профсоюз провел переговоры с 11 санаторными учреждениями по разным видам оказания услуг. И мы действительно сегодня имеем скидку в данное санаторно-лечебное учреждение. Более чем в 11 из них мы договоренность такую имеем. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин, Павел Макаров. Новости «Ульяновская правда».